Евгений Александрович, сегодня от всей команды холдинга Global Spirits хотим поздравить вас с днем рождения. Спасибо, что дали возможность стать частью сильной компании, ощутить вкус победы и реализовать себя. Мы от всей души поздравляем вас и желаем вам. Пусть финансовые риски входят в вас в стороны. Пусть каждый день для вас будет праздником. Пусть наши результаты и наши победы вас всегда приятно удивляют. Пусть заветные мечты станут реальностью. Желаю вам насыщенной и интересной жизни. Выдержки и настоящих друзей рядом. Сбудьте мечту. Желаю вам выигрывать все споры. Пусть в вашей жизни будут исключительно светлые, добрые, положительные люди с внутренней улыбкой. Желаю вам новых идей и высоких целей. Помните, нет ничего невозможного. Желаю радости от жизни и исполнения всех ваших желаний. Я помню, что вы как-то говорили, что вы хотите дочь. Я вам очень желаю дочь. Я считаю, что это принесет вам много радости и счастья. Поздравляю с днем рождения. Евгений Александрович, желаю вам искренне абсолютного качества жизни. Притягивайте новые возможности. Ведь вы сами говорили, нет предела совершенству. Строить новые планы, ставить амбициозные цели и никогда не слышать слов «не знаю», «не могу», «не помню». Вдохновение и мега-идеи. И помните, что стать счастливым легко. И это дело техники. Штаб-квартиру в Майами и первую строчку Forbes. Высоких скоростей и постоянного движения вперед. Пусть исполнятся все ваши планы. Только позитивные новости на первых полосах мировых газет. Апреля 2018 года. Global Spirits. Первая алкогольная компания. Во как! Пусть жизнь будет полна гениальных идей и блестящих побед. А я хочу пожелать здоровья и реализации, чтобы, как говорил Стив Джобс, подхватило сил оставить вмятину во вселенной.